В Новокузнецком районе прошло первенство по марафону на лыжероллерах среди спортсменов среднего и старшего возрастов. Сотня спортсменов из кузбасских городов показали свою выносливость. На трассу вышли и междуреченцы. На дистанции 55 километров отличились Николай Крапивин и Евгений Плотников. На 35 километров с медалью финишировала Алевтина Демьяненко. И к новостям тенниса. Соревнования под эгидой российского теннисного тура прошли в Новосибирске. В категории 9-10 лет выступил воспитанник детской секции по теннису Распадской угольной компании Артем Ананин. В итоге занял третье место.